объявить войну может каждый дурачина. Убиваем без вопросов, главное была причина. Методом зачина потихоньку втяну. В поисках лекарства город под карантином. Такую картину уверенно наблюдали тоже. Первый раз легально и пугается прохожих. О боже, я ведь так мало прожил, сладкое обломает, ага, я так думал тоже. Что же с этим человеком? Может он больной или просто с приветом? Резкие движения, усердно жует с акцентом, не по смыслу речь, с непонятным диалектом. Барам-пам-пам, я тебя понял, братан. Сбиваем планом, если чувства не фонтан. Не плачьте, тетя Таня, ваш сын не наркоман. Просто разучился говорить и немного пьян. Много вопросов накопилось безответных, как без палева сверху воруют у бедных. Конкретных типов, к сожалению, не знаю, предполагаю, это Путин со своими парнями. Дайте мне воды без газа. Нет, не полторашку, я столько не выпью сразу. Ключ от всех дверей, и вот мы попали по адресу. Под завесы дыма сочиняю эту фразу. Любовь обман, пацаны, курите план. Плюхан не развернется и не скажет нет, не дам. Мадамы путают партнеров половых контактов, но план не требует кольца и тупых контрактов. Конец антрактов, все уже давно на сцене. Ты не в главной роли, ты, дружище, под прицелом. Улыбайся, махай ручкой, пока целым. Пока целые они в розовых оттенках, а мы в черно-белых. Духу я рифмоплетов, и я один из них. Кто читает по теме, кто попросту пиздит. Вижу в клипах пиздюков и мега-нарков нередко. Братан, подай мне иголку, опять забилась пипетка, разбилась. То, о чем мечтал когда-то, сейчас быть просто сытым — уже большая затрата. Честный рабочий класс ебашит с утра до заката, чтобы за копейки не наломать, только с банкомата. Брат убьет брата за валюту с еврознаком. Поставить бы раком тех, кто с большим каратом. Там всем будут рады, там не играют в нарды. Там будет судный день, и там узнаем правду. Получи награду и скажи, что не виновен. За то, что спиздил, будет жесткая расплата кровью. И ты завоешь и позовешь на помощь маму, но там лишь только посмеются и надавят на рану.